Приветствую вас на канале «Час ремонта». В этом обзоре расскажу про воздуходувку Deco DKBL 11.2.0. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке. Комментируйте видео и ставьте лайки. Воздуходувка-пылесос Deco DKBL 11.2.0 поможет быстро убрать мусор с садового участка. Причем для этого можно использовать как функцию обдува, так и всасывания. При использовании последней необходимо прикрепление к инструменту специального мешка для сбора мусора, есть в комплекте. Воздуходувка-пылесос оснащен удобной ручкой-держателем, благодаря чему пользоваться им будет комфортно. Кроме того, он мало весит, всего 1,2 кг. Подключается инструмент к обычной электросети 220 вольт с помощью кабеля с вилкой. На ручке расположена кнопка включения-выключения и переключателя режимов, что позволит легко маневрировать воздуходувкой в процессе использования. Корпус устройства выполнен из жесткого пластика оранжевого цвета. Этот цвет является основным в данной модели. Некоторые его элементы представлены дополнительным черным цветом. Корпус имеет цилиндрическую форму с одной стороны, он имеет утолщение в виде улитки. На ней присутствуют два технических отверстия, одно предназначено для выдувания воздуха, а второе расположенное сбоку для забора воздуха. По краям обоих отверстий расположены пазы для крепления мешка и сопла. Воздуходувка садовая Deco DKBL 11.2.0 оптимальна для очищения компьютера от пыли, уборки опавших листьев на верандах и в беседках, гаражах и на различных небольших площадках. Благодаря функции всасывания можно удалять обрезки травы, а также различный мелкий мусор при выполнении ремонтных столярных работ. Двигатель обеспечивает эффективное вращение вентилятора для качественного обдува. Производительность воздуходувки составляет 138 метров кубических в час, а скорость воздушного потока в режиме обдува 216 км в час. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Шумная, конечно, штука. Короткий шнур. Выглядит очень дешево. Кнопка включения заедает при блокировке. Теперь перейдем к положительным. Дует и выдувает супер. Для чистки системного блока самое то. Можно использовать как пылесос в машине. Этот малыш отлично заменяет метлу. Хорошо сдувает опилки после работы с деревом. Легкий, недорогой и достаточно мощный. Отличная штука для сушки авто. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Час ремонта».